Я Павел Яковлев. С удовольствием спою в этом замечательном месте. И спасибо всем, кто выступил. Друзья мои, и Наташе, и Алексею спасибо огромное. Все здорово очень. Песня называется «Берлиоз». Я живу глубоком опадал. Трамвайно депо. Я пою для всякого. Мне говорят, не бойся. Я в этом депо работаю. Депо очень большое. Отработаю и водку пью, водку. Мне говорят, мне хорошо. Помощник начальника транспортного цеха. Берлиоз Михаил Александрович, Михаил Александрович.
Санкт-Петербург. Идем немножко обязательно с участием Игоря Бедрова. Есть так просто. Есть мотив.
еще Ленинград. Тогда много лет назад это был еще Ленинград. Хорошие, добрые люди, художники, художники, поэты, художники. И я, и Игорь, ну, все мы, да? Давайте постоим. Thank you.
Yeah.
закат обогреет планету. Предвкушение сна, но если гора не идет по комету, значит она больна. Больше не пить.
упаду. Лишняя жизнь внутри все. Только вот в банк теперь не пойду. Я тебя еще. Я думаю, что я песню хочу спеть идеи Константина Гадаева, Кости Гадаева. Это песня про очки, но получилась песня больше про крокодила, а может быть про очки. В общем, песня про то, что ну, не стоит допиваться до крокодила. Надо аккуратнее. Я тебе все иногда. Иногда.